канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в районной администрации состоялся торжественный прием, на котором чествовали лучших работников отрасли. Подробности смотрите в следующем материале выпуска. Участниками приема главы района стали рабочие и специалисты предприятий «Роснефть», «Краснодарнефтегаз» и «Газпром». Поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, Роман Иванович отметил, что труд, мастерство и знания газовиков и нефтяников укрепляют мощь и престиж района, создают базу для дальнейшего развития и процветания всего края и страны в целом. Работа заслуживает огромного уважения, ведь нефть и газ – это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для предприятий. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы не использовалась продукция нефтегазового комплекса. Вы себя посвятили, я считаю, серьезному большому труду. Благодаря нефтяникам в свое время начал развиваться Славянский район, он превратился из столицы в город. Поэтому, я считаю, немало сил было положено вами, вашими коллегами. Глубокого уважения достоин труд профессионалов, умеющих решать самые сложные задачи нефтяного и газового производства. Один из таких – Николай Мородин, нефтяник с 34-летним стажем. В 1977 году он начал свою трудовую деятельность в нефтяной промышленности слесарем-трубопроводчиком. Сегодня он – ведущий инженер-технолог цеха по подготовке нефти, газа и воды, номер 2 открытого акционерного общества «Роснефть Краснодарнефтегаз». Работа очень сложная, интересная. Нужно иметь предчувствие, осязание, обоняние, что добавить в эту нефть для того, чтобы получилась высококачественная товарная нефть. Вот. Это все с годами приходит и с опытом. Завершая торжественный прием, глава района подчеркнул, что история нефтегазодобывающей отрасли в Славянском районе насчитывает почти 6 десятилетий. Черное золото и голубое топливо, которыми богат Славянский район, это не просто полезные ископаемые, а один из ресурсов, работающих на благополучие людей, гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Надежда Неткачева, Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».